Сегодня найти колбасу, сделанную полностью из мяса, непросто. Производители в погоне за прибылью зачастую используют дешевое сырье и добавляют в свою продукцию, как правило, сою. Но в новой компании делают упор на качество, поэтому их колбасные изделия на 100% состоят из свежего мяса. Его приобретают у фермеров. Все колбасные изделия соответствуют ГОСТам. Сейчас в мясном цехе выпускают 15 видов продукции. В планах расширить ассортимент до 35 видов. В наши колбасы идет говядина, первый сорт, второй сорт, свинина, полужирная, жирная. А в докторскую колбасу мы изготавливаем на основе старых традиционных рецептур, еще советских времен. Поддерживаем, так сказать, те старые добрые вкусы. Хлебобулочными изделиями здесь тоже гордятся. Все рецепты бездрожжевые, мука тоже местная, кубанская. Это самое лучшее, считается, во все времена, самое лучшее на Кубани мука из Тихорецкого района. Я почему знаю, потому что я оттуда родом. Компания производит также кондитерские изделия. Есть и отдел кулинарии, где предлагают уже готовые блюда. Производственные цеха расположены в здании центрального рынка. Здесь же и продают готовую продукцию. Сюда едут даже жители отдаленных районов курорта. А хлеб, к примеру, продавцы даже не успевают раскладывать, сразу раскупают. Открытие таких предприятий сегодня особенно актуально, считают власти города. У нас стали появляться, значит, малые предприятия по производству продуктов. Это, конечно, импортозамещение. У нас рыболовецкие стали хозяйства появлять. Потом мы выращиваем устрицы, мидии. Выбирают местную продукцию и рестораторы. Компания уже заключила договор с несколькими элитными ресторанами в Красной Поляне. В планах фирмы расширение торговой сети. Пока магазины есть на рынке и на площади перед Александрией. Следующая торговая точка в ближайшее время появится на улице Новогинской перед администрацией города. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.